Вот я вышел из офиса. Вот это вот мои два окна. И вот тут какой-то над зданием какой-то интересный знак. Масоны? Готовьте ваши карты памяти, потому что будет много всякого видео. Вот это здание реставрируется, оно постоянно шумит. Но смотрите, какие здесь порталы из камня, я забыл, обсидиан он или как. Вот. Часть уже отреставрирована, и они, этот камень просвечивается вечером удивительно красиво. Вот, будет дорогой какой-то офисный центр. А я вышел чуть-чуть пораньше, для того, чтобы наснимать вам 138 тысяч гигабайтов, мегабайтов видео о лондонской жизни, поскольку мне нужно идти на станцию Ватерлу. Я нахожусь в Сити. И Google сказал, что мне туда идти 45 минут. Надеюсь, что я не буду вас мучить 45-минутным видео, поэтому просто буду слать то, что по пути, и то, что мне нравится. Вот такое, кстати, лето в Лондоне. Это гигантский платан. И довольно симпатичный лужок, на котором отдыхают люди разной степени симпатичности. Не Карди Би, конечно. Вот, у меня полная батарея, поэтому надеяться на то, что батарея у меня кончится, я перестану вас мучать, не надейтесь. Опа! Да, достаточно пустынно, как вы заметили. Логотип королевы на тот момент, когда они эти почтовые ящики ставились.